Если вы вдруг подумали, что поздравление со смертью – это чистая случайность и оговорка, то я с вами, пожалуй, не соглашусь. Ведь в Зазеркалье депутаты прямо заявляют – умение умирать – это классная фишка русских. Вот так как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве, как это не печально и не страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила. Но на этом первые ныне депутата Госдуры, а в прошлом актера Дмитрия Певцова не закончились. Уже в следующем эфире Певцов нагнал на святое – Конституцию империи зла. Да, у нас проблемы с Конституцией, хотя она сейчас изменилась, но Конституция написана в 93-м году нашими врагами. Так ведь реально, Конституцию действительно меняли. Димке по-прежнему не дает покоя один момент. Как это на России, согласно Конституции, высшая ценность – это права и свободы человека? До сих пор во второй статье говорит о том, что высшая ценность человека – его это его права и свободы. А я считаю, что высшая ценность для нас, для россиян – это, конечно, вера, семья и отечество. Дим, ну что за дела? Ты уж не стесняйся. Договаривай как есть. Высшая ценность для россиян – это умереть. Ну а за что, царя, веру или дрова, там вы уж, если что, перепишите.